Всем подписчикам Edge Game здорово. Тут подкопил же деньжат. Купил приключенецы. Ой, сука. Это что за хуйня? О, все. Готово. Просто шикарно. Трибос. Шикарно. Пойду. Никому не победить, Нока! Но! Это просто чувак! Вот моя женщина, тут мах нужен, тут нужен мах. Тут нужен мах. Я вам отвечаю, тут нужен мах, 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 мах. Сейчас мы, короче, маха соберем. Подожди. Просто нужен мах. Что у меня для маха вообще стоит? Хуя-нибудь какая-нибудь стоит, а две зеркальные копы. Зачем мне это ледяная стрела? Нахуй. Добор карт, правильно. Наверное, вот эту возьмем туда. Блять, ну нахуй мне стрела там. Ой, снегочок, зачем? Айсблок, зачем? Маркерин тоже есть. Снежная буря не нужна. Возьмем тут драк. Боевой голем. Разрушитель чар. Владимир кров, все. Второго гнома изобретателя взять. Где ты, блядь, он за 4 вроде. Блин. Да здесь. Так, троечку чем. Наверное, возьму двух. Ага, двух. Что-то у меня не по этому, и 2-2-2-2-2, чем? Так, и так. Пяток, шестых трупов нет, значит, мы выбираем, короче, наверное. Я тут не знаю, нет, все-таки, наверное, ребятки, выберу. Дворфа. Взял, убрал, короче, пятый дроп какой-нибудь, наверное, подкинуть. Ой, какой хороший пятый дроп подкинуть. Наверное, все же... Давай держим их полтина. И если честно, я бы, наверное, вместо боевого голема бы взял. Было одного дворфа. Шестой дропчик. И вот такой вот. Так. Ага. Все. Поехали. Что ж там дальше будет? О, говнище да какое! Пошли-ка на последний. Сначала нормальная карта, а потом говно, а потом нормальная. Потом просто легендарочка будет. Хорошая легендарочка будет. Что это говно? Как она мне написала? Еще одна душа для моей коллекции. Не стоило напрашиваться. Хо-хо-хо, надо было мне. Подожди. Где? Я, кажется, понял. Да не, ваших существ противника, поехали. Ух ты, ой-ой-ой. Давай бросай, так и как? Слушай меня. Ты попадаешь два раза сюда, мы не идем мозги друг друга. Еще лучше. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, наверное, мы, короче, сейчас что делаем? Что мы сейчас делаем? Мы сейчас ставим карту, берем. Неплохо. Неплохо сравнится. Ой, неплохо. Ой, секрет мага. О, секрет мага? Да ладно. Да ты шо? Ты шо? Ну, шо это? Восстаньте, мои воины! Восстаньте и сражайтесь вновь! Вы знаете, что я подумала? Вдруг это ультима? Стоп, а мне нельзя его убивать сначала. Вот так сделаем. Вовремя
Притворение. Оно тут, да? Ну ладно, это зачем? Что мне сейчас делать нужно? Бля, что делать? Иди ты нахуй. Ебать, что там только все видно? Что, просто надо было смотреть это все. Ой, да ладно. Фандон. И чё, на нахуй, так? Блять. Просто она... А ты тут не хочешь, так тогда... Точно, он ещё скелетик призовётся. Есть какое-то растворение. Не получится двух скелетов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, у тебя что, это реально звонили, это пидор. Тоже мне будет честно грохнуть. Шо? Шо ты с... Дайте ты с... Пизды так получи, на, забирай. Подожди. Это же раздвоение. Почему нет? Ага, нет. Второй раз... Ой-ой-ой. Четыре, три, нормально. Что делать? О! Это неплохо. Антимагия! Вот это я дал Джазу. Не хочу эти дрова, сейчас на еще карты. А шо это? Нихуя себе. Ох ты, нихуя себе. Пути-пути покажешь, покажешь, ну я. 1-3, ну это плохо. Сколько карт? 13 карт, 12 карт. Я переграл уже на 50 карт. Ух ты, о! Мать его, ну и все-таки... Ну эту антимагию, а эту я тебе отвечаю, просто... Это ж надо как-то таким, да? Ух ты! Получается, ты просто вернулся к нему.
же, мать его, антимагия, я же знал. Что это такое? Это что, не умирашка? Ну и слава богу, неплохо. Опа! Это неплохо, это тоже... Это уже нормально. Да ладно. Это неплохо. Вот это вот уже я понимаю. Это очень дурно, знаете, как это вы? Как мне... Наконец-то! Наконец-то! А, это скелет? Ага! Ой-ой-ой. Ужасно. Смерть. Так, а что мы делаем? Мы делаем вот так. Раз, молодец. Право. Нет, если там не мирашка, это будет пиздец. Пиздец всей моей карьере повара. А? Сдох. А сдох. У тебя ж нету там... Ну, я бы не сказал, что на лисичах, конечно. Ну, вы поняли, да, типа, чума я, чумей. Извержение крайнему демону. Ты дебил. Густо. Ладхэк. Ладно, всем, ребятки, пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы прошли. Кого прошли? Нут чумной. Ну да, он был чумной, конечно, пацанчик. Ну, в принципе, мы прошли. Все, покедос.